Приветствую вас, и обращаюсь я сейчас не только к автору вопроса, вот, но и ко всем людям, которые, может быть, так или иначе столкнутся с этой проблемой, которая может беспокоить людей, да, которые могут беспокоить, например, вас, вот, и, ну, по какой-либо причине, неважно абсолютно, по какой, да, ну, просто беспокоит и все. Вот. Вопрос звучит так. Когда я поженюсь? Когда я женюсь? Ну или поженюсь, да? Что, в принципе, не важно. Вот. Нужно понимать. Обязательно. Что ни в коем случае нельзя воспринимать женитьбу, да, ни в коем случае нельзя воспринимать женитьбу, там, свадьбу, ага, как что-то отдельно, как что-то, ну, самодостаточное. Если человек вам нравится, если вы хотите быть с кем-либо, то вас не будет волновать, значит, поженитесь вы или нет, создадите вы семью или нет. Все это вас волновать не будет, потому что вам будет достаточно просто того, что вы вот проводите время с этим человеком, и все, по факту. Вот поэтому вопрос замужества всегда, или почти всегда, преследует, своей целью, или делает своей целью какие-то личные желания человека, какие-то личные его, ну, потребности. И в первую очередь, что нужно сделать, это вот эти вот потребности, которые есть, их нужно в первую очередь идентифицировать. Иначе говоря, задать себе вопрос, для чего я хочу замуж или жениться, неважно. Вот просто, для чего я этого хочу? Зачем мне это нужно? Понимаете? Вот это первое, на что нужно ответить. Найти ответ. Первое. Там вот первое, что вас должно, ну, озаботить, так скажем. Для чего? Для чего мне нужна семья, например? Зачем мне семья? Что я там вкладываю, грубо говоря, в это вот понятие, да, семьи, для себя, вот. Это важно. Дальше. Если у вас
есть партнер, но он нелюбимый, да, то есть по ряду причин вы не испытываете чувств к вот, своему партнеру, собственно говоря, то это значит, что партнера, так или иначе, своего, вы используете, и используете партнера вы, ну, самым негативным образом. То есть, вы его используете для своих каких-то целей, да, вы его используете для, там, достижения своих желаний, своих стремлений, своих, может быть, для реализации своих страхов вы, используете партнер. По-разному может быть. По-разному может быть. Но суть заключается в том, что так или иначе, это происходит. То есть происходит то, что вы делаете человека несчастным. И что интересно, сами вы тоже несчастны из-за этого, ну, по этой причине, вот, сами вы тоже несчастны, потому что, ну, не можете быть счастливым, да, с любимым человеком, вот. Поэтому, существование с нелюбимым партнером – это пытка, это самообман, и это преследование своих целей. Как правило, сам партнер, которого вы не любите, это наглядное проявление, отражение всех ваших переживаний, эмоций, чувств, негативов, комплексов, страхов и так далее. Вот. И, как правило, как правило, ситуация заключается в том, что такой партнер воспринимается человеком как что-то временное, что-то ну, такое, знаете, приходящее. Вот. Но очень быстро, очень скоро к человеку, к любому человеку, в принципе, можно привыкнуть. Также и вы рискуете привыкнуть к, ну, кому-то конкретному, да, то есть вы, например, ну, можете привыкнуть к, допустим, ну, допустим, к тому партнеру, которого вы не очень любите, да, вот, и, соответственно, это приведет к тому, что вы уже не сможете без него. И получится такая история, что с одной стороны, будут постоянные
желание, значит, ну вот, встретить любимого человека, постоянно будет это вот желание, они будут с вами, да, потому что неудовлетворенность будет иметь место быть, да, вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы будете привязаны к партнеру, которого не любите, привычкой, как какими-то, значит, своими поведенческими аспектами, да, ну, например, там, привыкли, что, допустим, ваш партнер удовлетворяет все ваши желания, да, например, все ваши запросы, вот. И сами, вы этого уже как бы и не делаете. Сами вы уже, по сути, отвыкли сами удовлетворять свои желания. Вот, понимаете, какая история тоже может быть. И по итогу это тупик. По итогу это тупик, из которого выйти будет очень сложно. Потому что основная идея, которая будет, это опять же, ну, создание семьи, создание союза, вот. Но, вся тонкость в том, да, для чего нужен этот союз, зачем этот союз вам, вот. Кроме этого, да, возможно, еще и такая интересная история, что вот пока вы будете с нелюбимым человеком, вам встретится любимый человек. И встретив любимого человека, ну, в которого вы влюбитесь, вы не хотите, естественно, ну, уйти сразу, вот. Вы не хотите провести с ним время, ну, проводить с ним время с любимым человеком, вот. Но и от старого вы не уйдете, то есть вы не уйдете от первого, партнера вы не уйдете, своего, понимаете, вот. И это в итоге будет страданием и болью для вас всех. То есть, по сути, будет что-то вроде треугольника Карпмана, когда в отношениях присутствует как спасатель, да, вот, так и жертва, так и тиран. И, соответственно, несложно догадаться, что тираном в этом случае будет выступать именно тот самый нелюбимый партнер будет выступать тираном. Ну, просто потому, что он будет преподнесен так, как будто это он, значит, ну, на всем виноват. Что это он там сдерживает, значит, вас, ну, или любого из вас, да, вот. Значит,
от того, чтобы быть счастливым. Хотя, в действительности, ну, понятное дело, что это не так. В действительности, это ваш выбор. Вот. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, значит, и создание семьи, и вступление в отношения с человеком, которого, к которому нет чувств. Все это, по большому счету, следствие того, что у изначального партнера нет уверенности в себе, в собственных силах, в своих ресурсах и так далее. Это нужно понимать. То есть вот просто прислушаться к себе, да, и ответить на вопрос, почему это все. Для чего я связал свою жизнь или связала свою жизнь с тем, кого я не люблю, например. Ну, например. Вот. И, соответственно, получить ответ на этот вопрос. Дальше. Обязательно нужно выделить свои желания, которые отвечают за потребность создания семьи. Потому что они, эти желания, приведут вас к тому лишь только, что вы, вот даже если сможете создать семью, вы будете стремиться к контролю семьи. Почему? Да. Потому что если семья создается типа по образу, да, по образу, ну, по образу и подобию, хотел сказать. Если семья создается по образу человека, как хочет он, то он постоянно будет пытаться подделать под себя всех. И самих членов семьи будет пытаться подделать под себя такой человек. И всю модель, значит, поведения такой семьи человек тоже будет пытаться подделать под себя. Ну, под свое представление. И себя самого человек будет тоже толкать вот вперед туда, к светлому будущему, которое должно наступить, но никак не наступает. То есть это, по сути, тотальная несвобода и полная зависимость от своих желаний, ответственность за которых, да, ответственность за которые, точнее, будут нести все, в том числе и дети. Вот. Поэтому вот этот момент, момент такой вот тотальной несвободы,
Его, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Потому что это очень важно. Дальше. Рекомендации вот в данном случае, помимо того, что нужна работа над самооценкой, над избавлением от возможных страхов, например, остаться в одиночестве там и так далее, вот, рекомендуется обязательно заняться каким-нибудь делом. Это может быть любое дело, желательно интересное, желательно любимое, желательно важное для человека, вот. Так, чтобы оно приносило, в первую очередь удовлетворение, во вторую очередь, чтобы человек радовался процессу, да, то есть нет, в первую очередь, чтобы радовался процессу, чтобы, нравился процесс человеку, вот, это в первую очередь. Во вторую очередь, чтобы был результат, чтобы человеку было интересно заниматься тем, чем он занимается. Вот, и в-третьих, чтобы это, как бы активно развивало, да, активно развивало, скажем так, субъекта деятельности, вот. А мне кажется, вот эти необходимые условия важны для создания семьи, любой семьи. То есть человек занимается делом, в ходе дела знакомиться с другими людьми, и из этих людей он выбирает себе партнера для отношений и для возможной семьи. Но не ставит семью во главу угла, вот. Что является прямым путем к неврозу, разочарованию, боли и так далее. Вот. А я надеюсь, что этот момент понятен. Для вас. Вот. Если вы поднимете свою самооценку, вот, как следует, да, если вы прям как следует ее поднимете, то мне кажется, что с поднятой самооценкой просто не будет шансов для того, чтобы рядом с вами был кто-то нелюбимый. То есть, чтобы рядом с вами был человек, которому бы вы вот, по той или иной причине, да, не любили бы. Потому что, уважая себя и, ценя себя, вы никогда не позволите, себе быть тем, кого вы не любите. Вот. Соответственно, другому человеку вы тоже не пожелаете такого, потому что заботиться о себе вы сможете по факту заботиться о других.
Вот. А как известно, только через заботу о других, да, только через заботу о других, можно добиться значит, качественных, по-настоящему близких и теплых отношений. Вот. Вот так, я думаю, я надеюсь, вот так можно ответить на вопрос, который был задан. К сожалению, вопрос задан был достаточно коротко, чтобы вот на него ответить, да, ну так, полно, скажем так, вот, поэтому надеюсь, что ответ был полезен, а если, если вы, например, заметили у себя, если вы заметили у себя проявление вот таких вот, скажем так, ну, может быть, не симптомов, да, симптомов это, наверное, было бы слишком грубо сказать. Если вы заметили у себя проявление таких вот негативных аспектов, скажем так, вот, то я рекомендую вам обратиться к психологу и проработать ваши отношения. В первую очередь к себе, да, во вторую очередь, значит, к другим людям, да, да, то есть, ну, как вы относитесь к другим людям, как вы воспринимаете других людей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И уже после этого можно будет корректировать ваш, ну, дальнейший путь. Вот. Скажем так. Скажем так. На этом, собственно, все. Значит, если понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот, я желаю всем удачи, всего доброго и надеюсь, что у автора вопроса ситуация разрешится самым лучшим образом.